Сейчас прозвучит фантазия для скрипки и фортепиано Шумана, опус 131, сочинение 1853 года. Посвящено оно Йозефу Йоахиму и первоначально написано было для скрипки с оркестром, и потом Фриц Креслер сделал свободную транскрипцию этого позднего шумановского опуса. И сегодня вы услышите это сочинение Шумана Креслера в исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов Тамерлана Тедеева, концертмейстера, лауреата международных и всероссийских конкурсов Нина Евграфова. Thank you.